Великая писательница, забытая ныне, Вера Федоровна Панова, устами одного из своих героев сказала, что искусство – это тот самый мальчик, который крикнул, что король голый. Я бы добавил не по таланту, а просто по тому обстоятельству, что я жив ныне, в 2018 году, а Вера Федоровна Панова покинула нас в начале 70-х, я бы сказал, что искусство – это не только тот, кто кричит, а тот, кто знает. В связи с этим, в том числе, мы определили главный приз для лучшей документальной кинокартины. А что это за кинокартина, скажет многоуважаемый Адельша Александрович Агишев. За доверие. Знаете, этот фильм дорог еще тем, что он как бы служит памяти замечательного художника, замечательного режиссера. Вот нам нельзя забывать прошлое нашей Родины, и нельзя забывать тех людей, которые отражали на экране это прошлое, честно и талантливо. Фильм «Отец и сыновья» из Кротова. Режиссеры Валерий Соломин и Евгений Соломин. Главный приз фестиваля. Фильм «Отец и сыновья» из Кротова. Режиссер Валерий Соломин и Евгений Соломин. Студия «Киносибирь», Новосибирск. Я не очень умею красно говорить, но этот фильм, он для меня это не совсем фильм, не просто фильм, потому что начинал его мой отец и много лет жизни отдал этой картине, вот, и по сути практически монтажный умер. Вот. И оператор фильма Володя Ранганин тоже много работал над этой картиной. Еще задолго до отца в Иркутске мы были друзьями. Поэтому я видел свой долг в том, чтобы закончить этот фильм. И этот приз для меня не просто приз, он для меня намного больше значит. Спасибо! Ваши искренние бурные аплодисменты победителю! А мы можем подняться на сцену генерального директора! Что касается фильма «Отец и сыновья» из Кротова, это еще не все. Вот у меня в руках сертификат. Это грант на 100 тысяч рублей для поддержки съемок нового фильма. Грант Национального фонда правообладателя на производство следующего фильма вручается Евгению Соломину. Новосибирск! Спасибо. 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 Еще прям дадут, да? Это Национальный фонд правообладателей. Они ежегодно вручают на нашем фестивале такой грант. Ну что, вроде как бы все. Да, торжественная церемония закрытия 29-го фестиваля «Россия» завершена.